За более чем 2 года работы многопрофильного коронавирусного стационара в РКБ здесь получили медицинскую помощь свыше 21 тысячи пациентов. При этом людей лечили не только от COVID-19, но и от сопутствующих заболеваний, а также проводили экстренные операции. Теперь Видновская клиническая больница возвращается к плановому режиму работы. Мероприятия по восстановлению профильной деятельности начались в середине июня и проходили поэтапно. Сначала прекратили прием заболевших, затем шла постепенная выписка пациентов, перевод на долечивание в другие медицинские организации или продолжение лечения на дому. После этого генеральная уборка и глобальная дезинфекция. Мы начали повторно осуществлять плановое оперативное лечение детям, в принципе, в полном объеме. То есть плановые операции, весь спектр и по детской хирургии, и по детской урологии, андрологии выполняется. После 2 лет работы в специальных защитных костюмах врачи в буквальном смысле могут вздохнуть свободно. Теперь у медиков появилась возможность делать не только экстренные, но и плановые операции. Уже сейчас во 2-м хирургическом отделении проходит лечение 14 маленьких пациентов. Мы очень рады, что ковид сняли с этой поликлиники. Очень рады лечить детишек. После полного восстановления профильной деятельности медики ВРКБ продолжат оказывать медицинскую помощь по разным профилям – травматология, кардиология, терапия, неврология, педиатрия и многим другим.